Добрый вечер, мама. Для тебя эта песня. Я давно обещал тебе. На этот раз исполню. Мой двоюродный брат Александр Иордан научил меня в 12 лет в Петровале играть на гитаре, на шестиструнной. Кстати, он же мне ее и подарил. Спасибо, Саша, тебе большое за все, что ты сделал для меня. И вот по истечении многих лет мы работали с тобой в строительной организации вместе. Ты был начальником, а я был простым сварщиком. Это внутреннее видео, оно не покажется ни в одной социальной сети. Это просто внутренний архив. Спасибо, Саш, что ты меня всегда поддерживал. И Николая, моего двоюродного брата, твоего родного брата. И маму Соню, мою вторую маму. И дядю Ваню. И Рупеля Саша, что я играл на его кремоне 17 лет. И Ирину Рупель, мою двоюродную сестру, твою тоже двоюродную сестру. Она молодец, она когда-то занималась у Кобзева. Она понимает, о чем я говорю. И если вы не будете если вы будете